О, здорово. Здорово. Есть у вас крутые массажисты? Сейчас поедем к самому крутому. Я просто защемил шею, и шея просто ушла в отказ. Всем привет, друзья. Меня взяли в проект ProLife. Это фитнес-проект. И сейчас мы едем вот в санаторий, где это все будет проходить. Я там денек поживу и посмотрим, насколько все четко. Вы будете вместе со мной. Это Олег, это один из тренеров этого проекта. Я буду второй, видимо, или какой-то там, да, там еще женщина есть, но это не считается, мужики, сила. Вот. А тут еще есть Андрей и Слава, тоже еду с нами. Сейчас поснимаем контентик прикольный, какие-нибудь обучалки там. Будет классно. Не переключайтесь. Ну что, друзья, мы приехали. Прикольное место, красиво, свежий воздух. Обзорчик. Пришли в ресторан, короче, сейчас закажем что-нибудь покушать из спортивного питания и пойдем тренироваться, а потом придем и поедим. Ну что, выбрали продукты, которые будем кушать, придем после трения, я вам покажу. Друзья, сейчас мы идем на турнички и брусья, это недалеко от санатория находится. В санатории пока что нету турников и брусьев, но я сказал им, чтобы они купили, и они купят, как только начнутся тренировки. Они начнутся в сентябре, сейчас вот вы узнаете, будет конкурс, короче, смотрите, прямо сейчас. Друзья, конкурс. Я выбил для вас ваучер. Это мини-пакет спортивный, то есть на участие в проекте ProLife. Здесь вы сможете получить бесплатное проживание, питание, разные процедуры, бани и так далее. Этот ваучер будет действовать на 28-30 число, то есть 3 дня в сентября. Сентября. Это в сентябре будет, поэтому, друзья, есть возможность получить его одному из вас. Вам нужно подписаться на канал ProLife, ссылочка будет в описании, оставить под последним их видео креативный комментарий, и самый креативный комментарий получает вот этот ваучер. Естественно, это находится в Эстонии, в Нарва-Ису. Все описание будет внизу, естественно, этого проекта и всего. Ссылочки все будут внизу. Поэтому, друзья, выполняем условия и получаем ваучер. И самая эта круть заключается в чем? Что я буду жить с вами, я буду тренироваться с вами, мы постоянно будем тут отдыхать, гулять с вами. И это все будет с 28 по 30 число в сентябре. Но остальные ребят, кто не выиграет, то вы сможете в любом случае заехать. По моему промокоду будет супер цена на сайте, тоже ссылочка в описании будет. Поэтому все заходим, регистрируемся, бронируем и отдыхаем вместе. Ну вот, друзья, хорошая возможность поучаствовать в конкурсе для тех, кто живет в Эстонии, либо рядом, например, с Питера, потому что до Эстонии ехать там всего лишь 2 часа буквально. Приедете на 3 дня, и будет четко, будем с вами тусить, развлекаться, а те, кто не выиграют этот ваучер, те могут приехать за деньги, потому что тоже не особо дорого, но будет просто куча позитива. Пришли мы на турнички брусья, вот тут старые, они гораздо лучше, чем новые, потому что у новых облицовка, вот эта краска, она очень скользкая, и когда подтягиваешься, либо выходы делаешь, руки скользят просто, а тут нормально. Хоть у меня вчера защемило шею, но все равно немножко попробуем потренить, как бы не нагружая ее особо. Когда защемляет шею, ребят, лучше не делать резких движений. Делайте все плавненько, потому что если еще защемит сильнее, то вам просто каюк настанет. Шея — это самое опасное место, потому что там находятся все центры, все связки, сухожилия, всякие сосуды. Это просто жесть. Очень много всяких элементов в шее, поэтому если защемляешь, то это может стать просто катастрофически опасным. Андрюх, думаю, интересно людям будет, как научиться стоять на брусьях на руках? Ну, во-первых, для начала вам нужно научиться стоять на полу, а затем уже приступать к брусьям. Также, типа, вас может подготовить то, если у вас есть мини-брусья или мини-паралец, на них вставайте, то есть тут, ну, типа, такое же самое, как и на брусьях. Ну, смотри, а ты научился на полу стоять, да, и сразу же моментально встал на брусьях? Нет, я просто, сколько, неделю назад, наверное, вот знакомый решил такой посоветовать, такой, на, попробуй встань на брусьях. Я такой, ладно, ну попробовал, сначала, конечно, не получалось, потом 2-3 дня что-то это потренил и вот встал. Блин, ну вот классно, поэтому учимся стоять на полу, а потом уже на брусьях, это красиво выглядит.
About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no... Ну что, тренировка закончена, теперь идем кушать. This is what we waited for. Топовое место на башне. Сейчас покажу вам, что отсюда видно. Вот мы отсюда выходим. О! А там внизу офигенный бассейн. Ну что, нам приехала крутая еда. Смотрите. Я так наелся, это просто пипец. Там курицу целую грудь дали мне. Я вон Андрюхе отдал, потому что я не смог доесть полностью. И Олег говорит, тут дают вот так 5 порций в день. Они здоровенные. Но это классно очень. Все, хорошо, покушали. Теперь сейчас пойду на процедуры, а пацаны пойдут купаться. Ну что, друзья, вот у них вот такие номерки тут. Смотрите. Люкс считай, да? Наверное, это и есть люкс. Скорее всего, вот здесь вот такая вот комнатка у нас. Офигенно. На двоих человек можно приезжать там, не знаю, с девушкой, с женой, с кем угодно. Классно. Телек вон здоровый там стоит, смотрите, огромный. Шкафы вот здесь чётенькие такие, можно одежду складывать. Туалетик вот здесь, смотрите. Так. И баня. Самое крутое — это баня здесь. Вот это очень четко. Выходим вот сюда из номера. И вот тут смотрите. Оп, какой видок открывается. Бассейн. Друзья, это кедровая бочка. Туда залазишь, и тебя прям это, ну, унижает. Тут пар дует отовсюду. Расскажите, что дает вообще эта бочка? Для суставов очень хорошо. Расслабляет мышцы. Кто хочет похудеть, для похудания хорошо. А если ты и так худой? Что? А если ты и так худой, ты не умрешь? Нет, ты не умрешь. Для иммунитета хорошо. Понятно. Но для спортсменов, да, самое да, то. Да, расслабляет мышцы очень. Классно. Все, в кедровой бочке посидел. Сейчас пойду в ванну какую-то тоже, которая разогревает. Классная штука, прикольно. У тебя голова открыта, а телу жарко, как в бане. Классно. Ну что, друзья, пришли мы теперь в лечебную ванну. Она делает массажи, вот из этих дырочек массажи. Там ложишься туда. И вот это сейчас течет хвойный экстракт. Он успокаивает как бы человека. Мышцы там, наверное, немножко успокаивает, не знаю. Тут все почему-то стесняются на камеру говорить. Вот, поэтому приходится самому. Но я думаю, прикольная штука. Сейчас я полежу немножко и расскажу вам свои ощущения. Ну, как пьяная вечеринка, ребят. Прикольно. И снизу, и с боков. И сейчас еще одна функция, да, будет? Откуда еще будет идти? Спина. А, спина еще. Классно. Ну, прикольно. Тут, короче, ребят, абсолютно каждую часть тела проминают. У меня даже вот в ладошке, я положил ладошки, да, и в них тоже так вода хлещет. Да. И в ноги везде. Ну и все, ребят, с ванной все, 10 минут полежал, было довольно-таки круто, массаж везде, просто все части тела массажируются, очень классная тема, мне понравилось. Идем теперь на массаж уже руками. Пока мы ждем старта массажа, который будут делать руками уже, вон пацаны там развлекаются. Ну что, друзья, пришли мы на массаж, сразу же видно, да, человек занимается баскетболом. Сколько рост у тебя? Под 2, наверное, 198. Да? Блин, вообще. Вот, и я хотел бы узнать, у меня защемило шею, что нужно сделать вообще, сколько процедур нужно, как вообще ее выровнять, убрать? Ну, смотри, защемило после тренировки. Да, я передний вид сделал на турнике. Вот, это восстановительная процедура, вот, где-то 10 сеансов. Нужно разбить молочную кислоту, которая поступила в мышцу, вывести ее. Вот. То есть получается блоки мышечные, да, там? Блоки мышечные. Размять хорошо, угу. Проработать именно эту мышцу. Угу. Спасибо большое.
Конечно, моральной уверенности больше бы придала массажистка такая симпотная, сочная, но в принципе так тоже неплохо. Массажик хороший довольно-таки, пойду теперь есть. Блин, а пацаны походу уехали уже. А у нас второй прием пищи. Это что-то внизу, хлеб, потом идет селедка, походу рыба какая-то, потом яйца и травка. Ну, неплохо, вкусно довольно-таки. Вот у них вся еда идет четко по расписанию, все по времени, видите. Есть вот такой вот список. Когда, что, какая еда, во сколько. Довольно прикольно получается. Пришел я в баньку, пацаны, оказывается, до сих пор тут. Сейчас навестим их. Осталось понять, как закрывается эта штука. А, все. Что-то пацанов не найти. А, вот я вас ищу. Че, как сидится? Ну... Вот такая вот тут банька. Прикольно, в принципе. Посидеть, да? Ой, 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 жопа горит. Короче, там 3 или 4 сауны, в них не поснимать особо. Тут бассейн, я думал покупаться, его чистят тут. Ну ладно, камеру ложу на место, потому что, типа, снимать не круто, когда везде мокро и все, камеру испортишь. А особенно в бане, там жарко, вообще жесть. Ну вот, мы, короче, такие попарились, в джакузи посидели. Нормально, сейчас пойдем погуляем. А, нас дети пообливали. Дети пообливали, мы там дыхание задерживали под водой. Вот, а сейчас пойдем куда-нибудь погуляем. А теперь снова иду кушать. Следующая вкусняшка какая-то вот такая. Сейчас попробую, что это такое. Да, это, скорее всего, обезжиренный творог с какими-то зернами. Ну, короче, диетическая еда, не для меня. Я на массу ем. Творог, оказывается, это не все было. Еще принесли какую-то штуку. Суп какой-то или что-то, не знаю. Вот такое вот. Давайте попробуем. Так, горячий суп, походу, томатный. Томатный суп с мидией. Смотрите, это мидия. Я такого никогда не ел. С цветочками какими-то. Нифига себе. Творог это еще вполне нормально, я просто сахарком посыпал и нормально. Вот, а дома я делаю, беру творог, молоко, сахарка добавляю, блендером это все взмешиваю и выпиваю. Получается сладенькое, полезное, а тут тебе дали обезжиренный творог без сахара вообще, то есть вкуса особого нету. Мне такое не особо нравится, поэтому я сахарком посыпал и вполне хорошо зашло. А вот морепродукт с томатами, это я не люблю ни томатный сок, не морепродукты вообще. Это сочетание два в одном, просто мое самое нелюбимое. Я никогда не покупал томатный сок, и он мне вообще не нравится. А тем более уж эти мидии, фу. А так вполне все остальное нормально. Пацаны сейчас пошли в магазин, иду к ним. Погуляем еще немножко, они поедут домой, а я останусь еще тут до завтра. Идем на пляж, сейчас скажу вам, теплая вода или нет, и на этом закончим вложик. Ветрюга сильный, волны огромные, смотрите. Ну, нормас, тепленькая. Короче, ребят, вода теплая довольно-таки. Вода теплая, я не знаю, меня слышно. Короче, на этом заканчиваем вложик. Спасибо, что посмотрели. Вот, все нужные для вас ссылки в описании. Увидимся в следующем выпуске. А вон там моржи какие-то купаются. Никто не купается, только они купаются. Ладно, пока.